Здравствуйте, 17 февраля 2022 года. Нахожусь на улице Садово-Пушкарной. Это перекресток с улицей Карачевской. Хочу поснимать дома. Гуляю тут. Особенно интересуют вот там старинные дома. Сделать небольшой ролик. Запечатлеть, так сказать, старинные дома. Давайте посмотрим. Во-первых, давайте посмотрим на храм адвентистов седьмого дня. Но он, конечно, не старинный дом, но тем не менее достопримечательность. И пойдем вот по этой Садово-Пушкарной улице, в сторону улицы Комсомольской. Потому что, знаете, дома вот сносятся наподобие, как вот эти. Ветшают, сносятся. На их месте выстраиваются новые такие дома, современные. А память остается хотя бы вот в виде этих роликов. Поэтому давайте пройдем. И снимем их. А улица Садово-Пушкарная выходит на Комсомольскую площадь. Мимо общежития и фабрики Гамма. Вот. Тут еще Щепная площадь есть. Со зданием Сбербанка Щепной. О, зал кикбоксинга тут. Такой есть. Дорога не очень, конечно. Скользко все. 17 февраля все-таки 2022 года. Тут памятники делают, оградки. Этот дом красавец, конечно. Современный, дорогой, элитный. В нем, собственно, располагается отделение Сбербанка. Вон тот дом старинный. Вот его-то я в первую очередь хотел бы снять тут. Но прежде всего давайте посмотрим на здание космического завода. Градо Агро Экопром. Вот кто не знал, есть у нас в Орле здание космического завода. На первом этаже в обычной, казалось бы, хрущевке. Не, в Брежневке. Липецкая кладка, думаю, Брежневка. И в этом заводе тоже живут наши обычные орловцы. Вот как интересно, да? Так. Орловский космический завод. Кто бы мог подумать. Так-так. Какие интересные купеческие ворота у этого дома. Окна, проемы оконные такие мощные. Сразу видно, строился основательный человек. Дома. Двенадцатый дом. Красиво. Ну и все, наверное. Все эти старые дома тут и заканчиваются. А, не, вот еще один. Там у нас торговый комплекс на Щепной, Щепной рынок. Он в плачевном состоянии. А это здание Радуги, швейной фабрики. Чулки, носки. Ой, не Радуги, извиняюсь, Гамма. Чулки, носки. ЗАО Гамма, по-моему, называется. Радуга это была у нас фабрика в железнодорожном районе.
Так, ну тоже, в общем, старый дом, отделанный. Восьмой. Угадывается силуэт старинного здания. Но, тем не менее, уже слабо. А это общежитие от фабрики. Там стена тоже какого-то старинного дома. Красивая такая виднеется. Ну ладно, что получилось, то и снял. Вот такой ролик небольшой. Спасибо за просмотр. Всего доброго. С вами был Дмитрий из Орла.